Номер, который называется «Последний землепашец». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я веду свой репортаж из какого-то села я уже веду репортаж. Вот, где живет последний в мире землепашец. Человек, который пашет землю исконным, так сказать, древним способом. Правильно? Всему меня научил мой дед. Так. Значит, дед говорил: внучок, бери плуг и начинай пахать. Значит, берем плуг и пошли. Раз, плуг не пошел. Это значит что? Это значит сейчас либо январь, либо пенек, да? Ну, так как мы на поле, пенька нет, значит, это январь. Да. Раз январь, дед говорил ждать 3 месяца, раз, два, три, можно пахать. Ага, все, пошли, да. Начинаем пахать, переставляем плужок, хорошо. А вот а где можно пахать вообще? А где угодно можно пахать. На заводе можно пахать, вот. На окружной девочки пашут, вот. Там главное на дорогу не выходить, чтобы тебя машина не сбила, а так можно пока. А где конь ваш, скажите? А этот конь вообще на работу не пришел, понимаешь? Ну, мне, в принципе, и легче. Это мало того, что плуг тяни, еще и коня в жопу толкай, вот. Так. Вот их. Ну вот мы, в принципе, и вспахали. И дальше что? Дальше мы с дедом садились и удобряли все сразу. Ну, так как вы удобрение испортили, я понял. Мое, да. Я понял. Да. Начинаем сеять. Берем так, лукошко такое побольше, набираем и начинаем вот так вот. Раз, дед, высокий у меня был, он так раз и гектар, вот так вот. Раз и гектар, а я маленький. Я раз и соточка, раз и соточка. И за работу, раз и соточка. Раз и после работы, раз и соточка. Раз и соточка. Понимаю, да. А потом он говорил: ты внучок, главное, говорит, ее так погуще. Говорит, так вбивай. Говорит, вбивай. А что вы так неэкономно так это... Ну это когда картошку садишь, нужно экономить. А коноплю нужно вбивать вот так. Погуще. А можно я тоже? Можно. Хорош. А перекуры у вас есть тут? 3 раза в час. Пойдем, я уже готов, пойдем. Миниатюр под общим названием «Таможни всего мира». Первая таможня на границе между Грузией и Россией. Здравствуйте. Здравствуйте. Таможенная служба Российской Федерации. Здравствуйте, дорогой. Что везем в бочонке? Это не сок, это вино, я составляю протокол. Слушай, дорогой, не спеши, это виноградный сок, отличный виноградный сок. Слушай, да, ты не торопись, возьми, попробуй, слушай, просто попробуй. Стаканчик возьми, вы попробуй. Вы хотите, чтобы экспертизу я... Экспертизу, правильно. Экспертизу. На месте, да? На месте экспертизу. Хорошо. Нет, ну, хорошо. Нужно вдвоем экспертизу. Давай, за экспертизу, давай так тут. Хорошо? Давай, это ну, отличный хорошо, сок, давай. Давайте оп. За экспертизу даем. Скажи, какой сок, да, это отличный это сок. Это не сок, это вино, и я составляю протокол. Слушай, дорогой, ты молодой, ты не распробовал. Я еще один, вот еще один стакан. Повторную экспертизу. Повторную экспертизу, правильно, слушай, дорогой. Ах ты контрабандист. Давай, за повторную экспертизу. Давай, повторную, секундочку. Коля, задержи состав на 40 минут, давай. Да. За экспертизу. Повторную. А, какой сок? Да это мой дед делал, мой отец делал, мой прадед делал. Это лучший сок вообще в стране. Давай закроем купе. Давай будем петь. Давай и составляем протокольчик. Дорогой, не спеши. Давай. Вот возьми еще, пожалуйста. Слушай, я тебя умоляю. Как тебя зовут, да? Андрей. И меня Андрей. Слушай, давай, тезка, давай, за тезку, давай. За тебя, до дна, до дна. До дна, секундочку. Коля, я продлеваю еще на 40 минут. Давай. Раз, давай. За таможенную службу России, давай. Оп, о, вот, хорош, молодец. Слушай, ты умничка. Ты лучший таможенник. Это вино. Вино офигенное, с таким тем более нельзя. Нельзя. Слушай, дорогой, ну... Давай еще по чуть-чуть и все. Быстренько, давай. Ну нет, уже закончилось. Как закончилось? Мы маленький бочонок, мы выпили весь, ты понимаешь? Ты хочешь пересечь границу между Россией и Грузией с пустым бочонком?
Это плохая примета. Ну нету больше условий. Дома, да... дома есть у тебя? 300 литров. Разворачиваем состав. Какой разворачиваем состав? Куда? Не на... Едем к тебе, показывай дорогу. Куда? Давай, давай, давай. Как говорится, дальше хуже. Немецкая таможня. Здравствуйте, таможня Германии. Нет, нельзя. Все, все, полная Германия людей. У нас чемпионат мира по футболу. Все. Да мне нужно туда на стадион. Вот, вываливаются уже из Германии люди. Туда надо, ну как? Нет, я еле руками. Я футболист, я мне нужно играть. Нет, я серьезно, я из Украины, я Шевченко, понимаешь? А я Марадона, и что с того? Не, я серьезно, Шевченко, я вот играл в матче с Испанией, ну вы помните? А я не видел, чтобы ты играл в матче с Испанией. Я, правда, ну мне нет, надо, я Шевченко, я поменял билет с Милана вот на Берлин специально. Меняй на Лондон, Андрюша, давай, давай. Таможня американская. Добрый день, таможенная служба США. Добрый день. Так, здравствуйте, наркотики везете? Наркотики? Нет, не везу наркотики. Драгоценности? Драгоценности? Нет, не везу. Что-то протупил я вообще. Все. Алкоголь везет? Алкоголь? Нет, не взял алкоголь. Иконы? Иконы люди возят, да? Так, ничего не везете? Ну, ничего. Так, фамилия ваша? Лукашенко. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Представьте себе, таможня Зимбабве. Я вам привез оружие. Вейпен, пах-пах. Не понимаете, да? Наркотики вам, я. Дракс. Не понимаю. За это все вы мне алмазы. Алмазы дайте. Diamonds. Это не таможня. Не таможня. Это полиция. Полиция. Пах-пах, наручники, полиция. Это полиция, это не таможня. А это... наркотики, оружие. Не надо, у нас все есть. Таможня Чукотская. Здравствуйте. А это таможня? А можно пройти? Проходи. А почему вы не спрашиваете, вдруг у меня есть оружие? У меня тоже есть. А может, у вас наркотики есть? А чё б я так делал? Последнее в этой серии – таможня на границе между Россией и Украиной. Добрый день, таможня Российской Федерации. Так, предъявляйте, пожалуйста, что везем. Так, вот что, молоко. Что, молоко? Да, молоко. Молоко нельзя. Молоко нельзя, понимаете? Из Украины в Россию нельзя молоко. Почему? Запрещено. Почему? Санитарными нормами. Путин сказал, что нельзя, и все, понимаете? Нельзя, Путин сказал. Хорошо. Молоко он везет. Нельзя молоко. Все, я не везу уже. Везут все время молоко из Украины в Россию. Все, уже не везу. Начинается уже. Не везу. Отставили молоко в сторону. Отставил. Что это такое у вас? Что это? Это масло. Масло! И масло делают из молока. Молоко нельзя. Нельзя в России. Путин запретил. Нельзя. Нельзя из Украины в Россию молоко. Путин сказал, что нельзя. Я не знал. Уберите масло. Убираю. Все, нет. Везут все, постоянно. Все. Что еще у вас? Зубная паста. Нельзя зубную пасту. Почему? Какие зубы? Молочные. Нельзя, молоко нельзя. Путин запретил. Нельзя никогда. Путин запретил. Молоко везут все время. С Украины, в России. Уберите немедленно. Уберите. Убрал, все. Везут по... Что? Что еще везете? Шоколад. Шоколад нельзя. Почему? Черный. Молочный. Нельзя, молочный. Нельзя. Путин запретил. Путин сказал, нельзя. Санитарные нормы. С Украины, в России. Все, я не знал. Что еще везете? Все. Вот ружье. Ружье! Ружье! Нельзя ружье! Почему? Вы стреляете? Стреляю. Попадаете всегда? Не всегда. А если не попадаете, то куда? Молоко. Молоко нельзя! Путин запретил, нельзя молоко! Я не знал. Что это такое? Это кроссовки. Кроссовки! Да, кроссовки. Я могу с кроссовками пересечь с Украины в Россию, границу. Кроссовки! Кроссовки! Да.
Ну, кроссовки можно. Ну, можно кроссовки. Кроссовки можно. Можно. Не молочного цвета они? Не молочного. Черный, как смерть вообще. Суки можно. Все уберите, а кроссовки оставьте. Хорошо. Фамилия ваша? Андрей Молочный. Молочный! Нельзя будет, нам нельзя!